восточном Нитауне обнаружено подозрительное устройство. Что, ребят, мы идем бомбу уничтожать. Давайте подписываться и ставить лайки. Идем в самый первый, самый близкий бомб. Что думаете, меня барьерами остановить, ребят? Нет, слишком дешевый прием. И эти маленькие роботы тоже слишком дешевые прием против меня. Так, так, так. Бомба наверху. На самом деле эти барьеры, то где вот мы жизнь интересен. Теперь я хотя бы не могу просто летать по городу, мне нужно уклоняться от барьеров. О, привет, Гарри Осборн, или я должен сказать полгоблин. Оп, или зеленый. Где как называют? Давайте признаем, что идея со спецгруппой провалилась. Нужно шевелиться быстрее. Спасибо, Кэп, догадался. Ладно, динамит, теперь можешь взрываться. Это... В восточном Нитауне обнаружено подозрительное устройство. Надо проверить, а тут ничего интересного нет случайно? Каких-то фоторепортажей или... Нет, ничего. Начинайте эвакуацию. Даже опытный летун на паутине... Кстати, я удивлен был, в первый раз я получил столько негативных отзывов в плане доп-заданий, что люди хотят больше сюжета, а не доп-заданий. Первый раз, обычно все наоборот, и... Люди просят доп-заданий, поэтому я не стал проходить. Обычно всегда был наоборот. Почему ты не проходишь доп-задание, почему ты собираешь это дерьмо, которое можно собрать, почему ты не делаешь это, почему ты не делаешь что, на этот раз я цель. Не делай. Никак не могу отличить нормальный спецназ от предателей. Но они все охотятся на меня, так что не важно. Каждый из нас герой своей собственной истории. Ты же знаешь правду. Ладно, выучишь меньше задание, но все равно я не хочу полностью избавляться. Ты просто дохляк. Отделаю тебя жестко, друг. Высокость полиции. Ты не представляешь, что это такое. Пока. Это тебе не карманников гонять. Ты просто Есть! А вообще-то у нас серьезная драка. Или ты всегда так тормозишь? Спионные паутины все становятся приятными. Я выживу из тебя дух. Все на законных основаниях. Эти ребята чокнулись. Я должен обезвредить бомбы. Самое лучшее в моей работе. Гасить такую шваль, как ты. Жестокость полиции. Ничего лично. Ты просто дохляк. Отделаю тебя жестко, друг. Тебе не карманников гонять. Все, это не забыл или как? Я бы рад объяснить принцип действия, но кого это интересует? Самое лучшее в моей работе. Я по-быстренькому подключусь, потом разберусь с вами, ребята. Нет, только не это. Не надо плакать. Я постараюсь особо тебя не уничтожить. Воздушно, да. Не стоит терять времени. Бомба-то тикает. Я все еще жду снижения преступности.
этому так, место да. на дне реки. Нет, я думаю, доберемся. Ну, ты их не совсем на дно реки сбрасываешь, конечно, но... Пронесло. Да, самое сложное это все-таки разобраться с парнями в бронежилете. Есть звонок о подозрительном пакете. Начинайте эвакуацию. Саперы извещены. Как-нибудь когда заедем домой, надо тестировать костюм 4. О, конец пути. Был всего лишь один человек, который написал, ты запустил столько страниц комиксов. А, я их искал. Я стал. Новое? Что же за новое задание вы могли мне дать? Паркер. Владелец нового танцевального клуба «Ночь напролет», профессиональный мошенник Адриан Тумс. Пока что я не могу доказать, что он приступает к закону, но я это обязательно докажу. Сделаем снимок клуба для будущего разоблачения репортажа. Ва-банк, взять любой ценой. Да-да-да, я все понял. По-моему, так намного красивее. Ребята, вы или предатели, или идиоты. Если вы просто тупые, я извинюсь позже. Придется какое-то время обойтись без пути. Подходящий кадр для трейлера. Думал, я буду просто... Какое-то время я не знаю. Найду бомбы прямо сейчас, будет много смертей. Я все еще волнуюсь перед тобой. И со злодеями. Всеми, кроме тебя. И разумеется, Daily Bugle никогда не снимает. Какой шанс, ребята? Лечимся. Последняя бомба летит в воду. Нужно добраться до реки как можно быстрее. Просто... А вы хотите так прокатиться на паутине по городу, у кого-то бомба на спине? Я думаю... А почему бы и нет, знаете, в экстрим и все такое. Острые ощущения, ладно, даже слишком... Теперь можешь взрываться. В моем городе никто не устанавливает бомбы. Никто! Все свободные патрули направляются к зданию Аскорб. Выставьте оцепление и проведите эвакуацию. В здание проникли опасные вооруженные преступники. Что, опять? Нужно спешить. Да, как всегда, опять. Мелко довезти до Аскорб, Аскорб Тауэр. Да, мы это сделаем. Ну что ж, народ, летим на место. О, отличный способ грохнуться на задницу. Что, и выполнять, собственно говоря, нечего. Поднимать репутацию, хочу ли я этого, нет. Потому что, собственно, есть, но не особо. Что это, что, по мне выстрелить, что ли? Выстреляю, если мне хватит смелости. В конце первого человека паука был. Что здесь? За мной гонится просто все по мне. Прилетел. Будто в Аскорб взорвали бомбу. Или даже несколько. Выяснить, кто это устроил.
О, нет! Слушайте, я в курсе, что ребята из спецгруппы считают меня новым Аль Капоне. Но сейчас есть опасность пострашнее. Гоблин вытащил нас из Рейвенкрофта и дал нам эту броню. Он наш босс, и ему нужен ты, живой или мертвый. Лично я за второй вариант. Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс, и он платит, чтобы мы доставили тебя к нему. По частям, если придется. Частям, а может я не хочу по частям? Самое лучшее в гобле в том, что ими можно особо не целиться. Большая сила, большая ответственность. Нельзя об этом забывать. Черт возьми, полечиться-то можно? Больше не будет. Нет, это будет бесполезно. Но я думал, может, я успею. Ох, будто в Оскорб взорвали бомбу. Или... Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс, и он платит нам, чтобы мы доставили тебя к нему. По частям, если придется. Больше парнями серьезно? Корпусское снаряжение использовал спецназ. Откуда оно у вас? Что вы сделали с Гарри Осборном? Ты лучше подумай, что ты сделал боссу. И о том, что он сделает с тобой. Ба-да-бам! Слушай сюда, приспешник номер 4, отвечай. Твои приятели намекнули, что Гарри Осборн и есть гоблин. Но он бы не поступил так со своей компанией. Ты не так хорошо знаешь босса, как тебе кажется. Но подумай о другом. Если он сделал это со Скор, то как поступит с тобой? Вижу. Стопись полиции. Ты не представляешь, что это так. Если нервничаешь, попробуй представить меня голым. Хотя нет, лучше не надо. Тебе понравится. Мне уж точно. Пришлось за тобой побегать, но теперь я тебя не упущу. И здесь, послушай, то, как говорит Человек-паук, иногда кажется, что не злодей. Мне лично. Иди, паучка. Особенно в этой игре. Знаете, это прям... Только посмотрите. Все вот-вот обрушится. Если кто-то остался внутри, нужно их срочно вытащить. Какой-то злодей или маньяк даже. Паук, друг, помоги! Я так и знал. Все помечено. Человек-паук, спаси меня! Помогите! Задыхаюсь! Знаете, шарики с водой отличное оружие, намного лучше. Вы что, мне не верите? Ты настоящий герой, паучок! Знаю, я настоящий герой. Так, обломки. Быстрее! Долго я не выдержу! Спасибо, Человек-паук! Конечно, ты не ошибся на мой счет, я же герой. Что нам еще оглушить? Так, человек, совершая атаку в руке, сможет отбрасывать и оглушать то, что нужно. Бьюгл, скажу, что они ошибаются на твой счет. Спасение жизни в первую очередь. Это не обсуждается. Ну, вот она. Храни тебя, Господь! Я думала, что умру. Да, мы всех послали. Боже, Гарри Осборн, это правда ты? Мы так похожи?
Нет, Гарри Осборн мертв. Благодаря тебе все, что от него осталось, гоблин. Ну ты никак не мог подождать, да? Ты нашел другой способ. Получи яд Ричарда Паркера. И смотри, я новый человек. Я говорил, что так и будет. Я умираю, кретин. Что еще мне было делать? Ты мог дать мне время на исследование. Нет, теперь я возьму все, что захочу. И важно, кого придется убить. Какой плохой мальчик. Надо шлепать. Че, паук, ну что, ты бегом решил за ним? Добраться до зеленого гоблина. Доберемся, ребят, но в следующей части. Да-да, как всегда, следующая часть. Не забывайте подписаться, там лайк поставить и все такое.